Ну, поехали, покатаемся. Привет еще раз. Я хочу тебе рассказать небольшую историю, как за 3 года жизнь коренным образом может поменяться. Что такое 3 года? 3 года в нашей большой жизни – это такой небольшой промежуток времени, когда у обычного человека может абсолютно ничего не меняться. Та же самая работа, тот же самый начальник, та же самая зарплата, то же самое окружение. Когда ты работаешь в сети, в бизнесе, где есть партнерская программа, то с тобой происходит большое количество изменений, большое количество событий, различных эмоций, и когда жизнь эмоционально, жизнь растягивается. Около 3 лет назад я познакомился с компанией Global Intellect Service. Это разработчик программного обеспечения для малого бизнеса, который называется UDS. UDS – это комплекс инструментов для работы с клиентами в рамках любого бизнеса. Это и CRM-система, и система лояльности, мобильное приложение, интернет-магазин, платформа для кросс-маркетинга. И так как у меня был опыт работать в больших компаниях на руководящих позициях и был опыт собственного бизнеса, я прекрасно понимал, как делать маркетинг, как выстраивать взаимоотношения с клиентами, как их привлекать, как их удерживать, но на то время не было никакого инструмента, на рынке абсолютно такой инструмент отсутствовал, который бы отвечал всем потребностям современного бизнеса. И когда я увидел, как работает продукт, я понял, что эта идея, она интересна большому количеству людей, и у меня возникла мысль, что эффективно продвигая это на рынок, на этом можно очень хорошо зарабатывать. И мы приняли решение заниматься бизнесом с продуктом UDS. Здесь работало 2 фактора. Первый, я увидел большое количество результатов, кейсов и примеров эффективного применения этого продукта в разных сферах бизнеса. И второй фактор, у меня здесь уже в этом направлении в партнерстве с компанией были друзья, которые кто-то за первый год сотрудничества заработал 100 тысяч долларов, кто-то 200 тысяч долларов, кто-то 300. И я понял, что если я в этом направлении тоже буду развиваться, то таким образом я смогу коренным образом поменять финансовое состояние свое и своей семьи. Далее я решил разобраться в самой бизнес-возможности, и где-то на этапе старта у меня был страх, было ощущение, что может что-то не получиться, что-то пойти не так. На переговорах были какие-то люди, которые говорили, что может не получиться, может компания долго не проработает, продукт не будет так развиваться. Но почему-то я верил, я продолжал делать, и в этот бизнес никакой человек не приходит подготовленным на 100%. В любом случае есть этап, когда ты учишься, ошибаешься, встаешь, снова продолжаешь делать. И здесь самое главное верить внутренне в то, что у тебя все получится. Разобравшись в самом продукте, в самой бизнес-идее, просто продолжать делать, делать, делать. И были разные моменты в бизнесе. Было даже несколько раз, что я хотел бросить заниматься этим направлением, потому что я точно такой же обычный человек. У меня тоже есть какие-то свои внутренние слабости, и в какой-то мере я подвержен мнению людей, но я почему-то верил. Я верил в то, что компания будет развиваться, что этот продукт будет выходить в новые страны, завоевывать новые рынки. И самое главное, я верил в людей и в ту команду, которая уже начала появляться. И в этот бизнес приходят разные люди. Кто-то зарабатывает десятки тысяч рублей, кто-то зарабатывает сотни тысяч долларов. И все зависит, во-первых, от их отношения к этому процессу и от того, что конкретно они делают. Поэтому перестаньте думать, начните делать. И за время в этом бизнесе я понял, что здесь нет неуспешных, есть нетерпеливые, есть те люди, которые приходят и хотят мгновенного результата прямо здесь и сейчас. Но это тоже бизнес, это тоже работа, и во многом это работа над собой. Я сейчас еду и думаю, если бы я послушал тех людей, то сегодня у меня бы не было того, что есть благодаря партнерству с Global Intellect Service, потому что абсолютно любой человек может здесь выйти на тот уровень, на который он захочет. Когда ты позволяешь другим людям сбить тебя с толку, сбить тебя с пути, украсть твою мечту, то ты предаешь себя, ты предаешь свои цели, ты предаешь свои жизненные позиции, потому что цели и мечты в жизни – это главное, к чему стоит стремиться. Самое главное – выбирать правильный инструмент для достижения этих целей. Мне нравится этот бизнес, потому что он абсолютно для любого человека. Любой человек с нуля, придя в компанию, может по готовой системе обеспечить себя тем количеством денег, которое он хочет. Потому что у нас есть классная компания, классная команда, у нас есть эффективно работающий продукт на рынке.
идеальная, по моему мнению, система продвижения этого продукта на рынок. И вот эти все составляющие вкупе, они могут, еще раз, абсолютно любого человека привести туда, где его цели и мечты находятся на сегодняшний день. Этот бизнес для меня больше, чем просто бизнес, больше, чем просто зарабатывание денег. Это лайфстайл, это стиль жизни. Я здесь познакомился с большим количеством друзей, единомышленников. Это наши или клиенты, или партнеры. И когда ты приезжаешь в какой-то новый город, регион или, в принципе, в другую страну, там кто-то есть из нашего сообщества. Эти люди тебя могут встретить, поддержать. И по моим ощущениям, я сейчас думаю, что я нигде больше, как в какой-то другой сфере, не могу найти всего то, что нашел здесь в компании. Мы постоянно весело проводим время, делаем большие выездные мероприятия. Грузия, Италия, Чехия, Доминикана, Куба. Мы побывали вместе с компанией в огромном количестве новых стран. Но в то же самое время мы еще и вместе активно работаем. И это мне очень сильно нравится. Поэтому, если ты командный человек, если ты хочешь быть частью чего-то большого, частью чего-то действительно огромного, с большой перспективой роста, с динамичным развитием, где тебя могут всему научить, при этом заниматься действительно интересным делом, зарабатывать деньги, получать удовольствие, то тогда тебе точно нужно идти к нам. Разберись с этой информацией детально, и я буду рад тебя приветствовать в нашей большой дружной команде и поработать вместе. Ну что, отлично прокатились. Давай до встречи.